этом. Как фрирайдер, вы должны осознавать, что травмы не за горами. И, к сожалению, не всегда есть возможность получить помощь в сию же секунду. И она может быть недоступна вообще. Итак, сегодня мы рассмотрим все основные приемы оказания первой помощи, и вы действительно сможете помочь спасти человека. Прежде чем мы начнем, важно понимать, что я не профессионал спасений, и методы постоянно развиваются, они разные в разных странах и в разных ситуациях. Первое, что нужно сделать по прибытию к пострадавшему, это проверить потенциальную опасность вокруг. Новые лавины, падающие камни, сераки, все, что могло бы ухудшить ситуацию. Итак, теперь, чтобы было легко запомнить, мы будем использовать 5 основных пунктов A, B, C, D, E. Стабилизируйте шею и подтяните подбородок вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сосчитайте до 10, чтобы проверить, дышит ли она. Вы можете подложить руку, почувствовать или послушать, дышит ли пострадавший. Можно подставить руку или попытаться почувствовать или услышать. Если пострадавший дышит и без сознания, необходимо придать ему положение для восстановления. Если нет дыхания, важно проверить, есть ли пульс, чтобы понимать, нужно ли нам делать реанимацию. Это называется СЛР. Прижмите полость между двумя костями возле запястья, двумя пальцами. Это может быть нелегко почувствовать, поэтому я рекомендую тебе потренироваться на себе или на друге. Если пульса нет, то надо начинать думать о реанимации. От 1 до 2 толчков в секунду в течение 30 секунд. Ладонью руки. Делайте массаж двумя руками с нажатием около 5-6 сантиметров глубиной. Очень рекомендую тренироваться с профессионалами, чтобы попытаться научиться правильным движениям и не усугублять ситуацию своими действиями. Если пульс ненормальный, слабый, слишком быстрый или нерегулярный, это значит, что может быть серьезная травма. Самое опасное — внутреннее кровотечение. Если есть признаки внутреннего кровотечения, нужно поднять ступни на высоту 30 сантиметров над сердцем. Чаще всего внутреннее кровотечение появляется у лыжников при переломе бедренной кости, и это может привести к летальному исходу, если не позаботиться о нем достаточно быстро. Первое решение — надавить на бедро, чтобы остановить кровотечение из артерии. Или вы можете использовать жгут в действительно безнадежных ситуациях. Но будьте осторожны с этим. У меня здесь нет ремня, но любая стропа, что угодно, может использоваться, даже куртка, трансивер, неважно, что вы используете. Главное — остановить кровотечение. Если есть возможность, держите поврежденное место на 30 сантиметров выше сердца. Если потерпевший в сознании, важно не дать ему заснуть, особенно при кровотечении. Если вы еще не вызвали спасателей, самое время это сделать. Очень важно иметь заряженный мобильный телефон с номером службы экстренной помощи. Если есть действительно серьезный перелом или вывих, и спасательная команда находится в нескольких часах езды, вы можете зафиксировать ногу с переломом, используя лидоруб или шину. Но будьте осторожны, потому что вы можете усугубить ситуацию. На этом этапе лучше всего использовать шину. Очень важно защитить от холода и ветра. На этом этапе важно изолировать пострадавшего от холода снизу. Это самое важное. Все, что у вас есть, нужно подложить под него. Запасной рюкзак, камуса, куртка, перчатки, все, что есть, вы можете подложить. Если пострадавший трясется, значит, это легкая гипотермия, и с ним вроде все в порядке. Вы можете отогревать его без всякой опасности. Но если пострадавшего не трясет, значит, это сильное переохлаждение, и прогревать его нужно постепенно, иначе рискуете его убить.
Если плохая погода, и вы знаете, что потерпевшему придется подождать длительное время, тогда было бы неплохо создать приют и просто оставаться там, доживая спасателей. До прибытия спасателей важно сделать площадку размером 6 на 6 метров, если возможно, чтобы вертолет смог приземлиться. Когда вы видите вертолет, вы делаете букву Y. Нет, просто шучу. Вы можете сделать Y, это значит, да, нужна помощь. Это очень сложная тема, и у каждой ситуации будут конкретные нюансы. Итак, мы рассмотрели здесь только основы, и я надеюсь, A, B, C, D, E немного запомнятся вам и вдохновят вас пройти профессиональный курс оказания первой помощи, что сделает тебя лучшим спасателем.